Самоделка из бензиновых канистр готова, и как вы уже догадались, получился простой мангал. Давайте сейчас его соберем и сразу же испытаем. О, сектор приз на барабане. Вполне рабочий мангал получился, еще он очень вместительный, тут высота от шашлыка до углей, прям такая нормальная, поэтому угли можно сыпать, а так тут еще на партию, может быть даже на две хватит. Отличный, конечно, мангал, но вот единственное, что он тонковат, поэтому насчет долговечности я уже тут гарантий никаких не даю. Конечно же, можно усилить при желании все это дело, снизу приварить металлический лист, тут расстояние позволяет даже где-то на треть отступить, вот, и можно сделать какой-нибудь потайник. Но решетка, конечно, у меня маловато для такого мангала, но что есть, то есть. Также тут можно еще жарить на шампурах. Тут у меня вмещается 1, 2, 3, 4, 5 шампуров вмещается, и они крутятся за счет этой прорези, они не переворачиваются, как обычно бывает это на других мангалах. Также для транспортировки шампура можно положить вот сюда. Первая партия шашлыков готова. Мне предстоит еще сделать сегодня очень много. Сегодня 20 августа, день рождения сына. Ему исполнился 1 год. Поэтому вам спасибо за просмотр. Ну а я пошел кутить.